Звезды российской и мировой оперной музыки выступят на одной сцене. В Красноярске с 31 января по 30 марта пройдет международный фестиваль «Парад звезд в оперном». В нашем городе он проводится уже в 7-й раз, и за это время столицу Сибири посетили более сотни солистов из 30 стран мира. В этом году фестиваль приурочен к 90-летию легендарной оперной певицы Галины Вишневской. Откроется фестиваль большим гала-концертом. Спектакли будут разнообразные, где когда-то выступала Галина Вишневская. Это и русская классика, и зарубежная. Конечно, будут и Борис Годунов, и князь Игорь, и пиковая дама, и Евгений Онегин, и такие, как Чиасан, Тоска, Аида, и последняя из премьер – это опера «Медея Керубини». Она тоже будет в составе парада.